Одноюнитовый стоечный ИБП для питания сетевого и телекоммуникационного оборудования. В этот раз познакомимся с источником бесперебойного питания от APC. Модель Smart UPS SC450 RMI-1U. Устройство поставляется в картонной упаковке с одноцветной полиграфией. В комплекте два кабеля питания, кабель RS-232, набор для монтажа в 19-дюймовую стойку, ножки с клейкой основой, документация и диск с ПО. Данная модель выполнена в металлическом корпусе типа размера 1 юнит для установки в серверную или телекоммуникационную стойку шириной 19 дюймов. Общие размеры устройства 43 на 39 сантиметров, вес чуть больше 10 килограмм. Фронтальная панель пластиковая, съемная. На правой части находится кнопка питания и 4 светодиодных индикатора состояния и ошибок. Левая часть также съемная. За ней скрывается отсек для фирменной аккумуляторной сборки RBC-18. Доступ осуществляется именно спереди для легкой и быстрой замены вышедшего из строя аккумулятора без демонтажа и отключения ИБП. На боковых панелях корпуса имеются резьбовые отверстия для установки в стойку, на стену или пол. Допускается как горизонтальная, так и вертикальная установка. На задней панели расположена одна входная и 4 выходные розетки. Все они имеют тип IEC-320C13. Так называемая компьютерная розетка. Рядом автоматические предохранители, два порта RJ45 для защиты ЛВС или телефонной линии и последовательный порт RS-232 для подключения к компьютеру или серверу для контроля работы через фирменное приложение. Теперь о технической части. Данная модель относится к классу линейно-интерактивных ИБП, то есть оснащена встроенным автоматическим регулятором напряжения. Он расширяет диапазон входных напряжений, при которых ИБП работает в режиме от сети без переключения на аккумуляторы. Допустимое входное напряжение от 150 до 302 вольт. Максимальная полная выходная мощность 450 вольт-ампер. Активная 280 ватт. Этого хватит для питания активного сетевого оборудования или одного не очень мощного сервера. Время работы от аккумулятора при 100% нагрузке около 5 минут. Типовое время полной перезарядки аккумулятора около 5 часов. Резюмируем. Эта модель продается уже много лет и уже зарекомендовала себя как не очень мощный, но надежный ИБП с простым обслуживанием. Основная сфера применения – установка в серверную стойку или шкаф для защиты и питания сетевого и серверного оборудования. Суммарной потребляемой мощностью не более 280 Вт.